нефракционные. И будем нефракционными. Я не нарушал никаких присяг. Мы не вошли во фракцию, а наши комментарии будут после того, когда будет официальная версия, так скажем, нашего руководства. А какие ваши критерии? Я прошу прощения, я зарегистрируюсь. Скажите, после вы этого. Вы уже перебежчик, вы тушка уже? Нет, мы никуда. Пожалуйста. Буква Т. Еще не начала работу Верховная Рада, вас уже называют зрадником. Поясните, пожалуйста, почему это, как это стало? Пока что мы ничего не сделали, даже не зарегистрировались. Ну вы сейчас не перебываете у БЮТ, за списком якої вы прошли. Пане Олександре, ви зараз не перебуваєте в списках партії, за якою ви прийшли? Не перебуваєте. Якщо б він прийшов до виборців, які його обрали, думаючи, що він опозиціонер, розказав би їм, що він стане тушкою, він би в реанімації вже був, а не в медпункті. Це ще дуже м'яко з ним повелись.